Доброго времени суток всем. Всем привет. С вами Александр Нато. Продолжаем играть Borderlands 2. И я сразу хочу похвастаться. Тут недавно сорвал джекпот, пока мы в городе были. Выбил кучу иридия. Да вообще караул такой. Стоит у него прям челюсти. Вот прям вот на глазах я смотрю, а у него прям рот открывается, а из этого из автомата иридия сыпется, а у него рот все больше и больше открывается. Я говорю, надо было записать, а он... Это все я увидел, был занят, как... я хватал. Ну да, как начал все это хватать. Запали все это подобрал. А ну потом... на самом деле это не так уж и много выпало, там штук 12, наверное. Да ладно, 12. Да? Ну, а что, нет? Не знаю. Сколько? По-моему, штук 12. Ну, на самом деле, то есть я себе улучшил. 16, вот. По-моему. Ну, может, 16. 16 иридий за раз, прикольно так. Я себе улучшил, в общем-то, рюкзак сразу. А то у меня до этого жаба душила. А тут, чё бы не потратиться немножко. На, так, патронки остальные. И снайперка понемножку. Классно. Снайперку, да, мне. Ната тут в автомате говорит, смотри, какая продается. В общем-то, урон 171 и ближний бой. У меня уже была подобная, я ей пользовался довольно успешно. Она маленькая уже. Ну, она маленькая, да, уже. А здесь всё, магазин хороший, и все. Я сейчас побегаю с этим говорящим дробовиком какое-то время. Ну, буквально чуть-чуть, потому что он просто... Афанится. Просто раздражает болтовнёй. Ага. Так, пошли, мы остановились на квесте с этими, с психами, с культом Лилит. С психами. Нам туда. Почему туда? Разве? Потому что туда, да. Победить какого-то ожога. Кстати, против него огненное оружие, видимо, не очень. Получается. Чем в него стрелять-то, блин? Молния и коррозия придется. Ну сам дробовик, конечно, неплох вот этот. Он бы еще болтал поменьше. Ой, что там такой бежит таракан? Какой таракан? А мне показалось, что... Ой. Ну да, я же говорю, таракан какой-то. Мне тут кто-то должен начать. И мы продолжаем, нас выкинуло. Прям вот обоих причем выкинуло. Что самое смешное. Я в голову отстрелил. А, че, убегаем? Пусть свое имя, сам разбирается. Не знаю. Да, наверное, пусть разбирается. А че-то их тут мало как-то. Он его убил, да? Да. Он туда, в центр лагеря побежал. А больше... А, вон еще выскочили, смотри. О-о-о. Не-не, стреляй. Все хорошо. Пусть они там подбираются. Вот они там. Ага. Не понял. Тихо-тихо, тебе все хорошо. Да я не там. Я вообще в него не стреляю. Я вообще в другом месте хожу. И... Че, он там всех уже? Не, он еще, вон еще пауки. Ой, Риди нашел кусочек. Молодец. Да. Там такая драка вообще. Ага. Прикольно. Смертельный Голиаф. А какой у него там? Голиафище, я бы сказала. А, Голиафище, да. Он уже такой красный. Я боюсь, блин, он до нас добежит и снесет просто. Так, может. Прикол в том, что жуки на него обиделись. Ну да, он одного побил. Ой, к нам. Я бы сказал, ко мне. Да, он к тебе бежит. Чё ж такой шустрый-то? Ага. Бомбы есть там? В смысле, можешь по бочке какие-нибудь бахнуть? Он за мной бежит? За тобой. А зачем мне бочку бахать? Бахнул. Да чё я-то? Отстань. Блин, жук дурной. А, дурак. Там еще пауки. И на меня. А, он так орёт. Беги сюда. Я его не вижу. Он бежит за тобой и ржет. Во-во-во. Долго он еще уровень будет брать? А какой ему надо? Что-то какой-то он неправильный, короче. Ух
Это было круто. Что с тобой? Не знаю, бочку, видимо, разбил около меня. Дай, дай, дай. Ты его как-нибудь тормозни там. Ой, чуть не убил. Он может. Это я его чуть не убил. О, он там с пауками. Пусть. Но он уже почти труп. Они его не убьют, интересно. Ты что, Свен? Он их убил уже? Да, я же тебе говорю. Он... Ну, побежали дальше. Ты его убить хочешь? Ну, мне кажется, достаточно уже, нет? Ну, может быть. Ладно. Ой, иридий, иридий, куча. Что-то выпало, метательная граната. Так себе фигня. Фигня, да? Ага. Пушка синенькая. Трехфузионный душегуб. Ну, по уровню слабая локация для нас. Дробовик, в принципе, вроде неплохой так. Пойду сейчас кверху сбегаю. Тут, смотри, видишь, лужица такая-то с мамой. Я там налила сверху. Прикольно. Веселый типок вообще, конечно. Ну, блин, догнал так догнал. Он, походу, ауешнул и бочку разбил около меня. Я там чуть не померла сразу. Круто. Касательно, кстати, физики вот этой всей, которая здесь присутствует, там уже... NVIDIA новые технологии показывала недавно. Там вода прям практически как реально моделируется. Не то, что вот это какая-то. Ты имеешь фигня. В виду в Borderlands? Нет, вообще. Так что можно скоро в будущем ожидать довольно интересной реализации воды. Там, конечно, все равно, как кисель, она больше. Из-за того, что все-таки просчитывать сложно. Че это такое наверху? А как туда попасть? А, вон мостик, вижу. Да нам не надо туда, пошли. Мы, тем более мы там, по-моему, были. Должны были быть, по идее. Ой, лед. Хрустит. Вот они. Это ожог? Да. Да. Да-да-да-да-да-да. Он мне говорит, почему мы прекратили стрелять. Ой, тут какая-то гадость. В общем, он очень разговорчивый, честно говоря, это напрягает. Хотя это забавно. Тра-та-та-та-та. Так что я его сменю обратно. Ну, он весело прикольный типок. Так, периодически можно одевать. Ну да. Только потом он тебе будет не актуален по уровню. Да. Нет, но я буду пока им пользоваться. Почему нет? Он, у него урон нейтрально идет, но куда хороший. Куда идти дальше? Обратно сдаваться, насколько я понимаю. Да. Здесь быстро. Дверь? Я видел, но мне кажется, мы туда еще вернемся. Он еще подъем какой-то кверху. Ладно, пошли. Там целая локация, кусок локации еще не открыт. Блин, ну так стрёмно это. Звуки тут издают, когда мимо проходишь. Так кажется сейчас. Поломается и закидает тебя. Упадет. И вообще. Все сломает. Пипец, графы такие скоростные. Ага. Еще и прыгают. Да, прыгают, я. Да. Очень хорошо прыгают. Заметила. Что там нам? Дальше к этому? Вот к этому, да, обратно сдаться. Там я не знаю, как дальше, интересно. Куда еще? Они что-то говорили, но я прослушал.
Конец задания. Получить награду. Weird, Какой же это культ, если никто не приносит тебя в жертву? Задание. Принять. You must take him to the Soaring Dragon in the Southern Shelf and incinerate him within the jaws of the great mechanical beast who dwells there. Ребят, вам лечиться надо. I wanna be the flame! I wanna be with the Firehawk! Зовут его почти спичка. Maxtick is our most devoted brother. He's immolated more than 100 people for the Firehawk. With nothing more than an incendiary pistol and the strength of his belief. 100 people? Okay, that's impressive. I mean, they were probably just other members of the cult, right? Right? Mm-hmm. Yep. Mm-hmm. Ты точно хочешь это знать? Или тебя потом, может быть, совесть будет мучить? Mm-hmm. Во благо тебя принесли в жертву, по-моему. Кто только не попался. Ага. Пошли. Дальше. Приносить жертву. Почти спичку. Опа. Что? А как она там? Хобана! Вот я тут. И чё я за тобой тут ползаю? Изобразие. Отвести спичку на корабль? Подожди, это куда? Это не к Флинту? Может, проще портнуться? Южный шлейф. Это к Флинту, где мы, помнишь? Не к Флинту, а вот как мы ходили этого... Механический дракон там наверху, помнишь? Да-да-да-да-да. Окей. Так. И, я так понимаю, его туда везти. Ну да. Что могу сказать, побежали. Я думаю, мы здесь сейчас всех быстренько. Сейчас, секунду, я сразу это... А что там? Продаться? Ну да, быстренько. И патроны. Это продать. Место не занимало. Ну да, правильно. Я готов. Патроны. А, гранатки взять. Вот это да. А возьму я обычные гранатки здесь. Какие? Просто взрывные. Потому что они слабенькие здесь уже должны быть. Хотя как слабенькие. Пятый уровень. Я застрял. А, нет, нормально. Патроны. Я думаю, надо с ним быстренько пробежаться. Потому что мы все это видели. Mm-hmm. Подарочек. Что-то как-то. Слушай, а тут же босс резнулся, по идее, еще. Ну, и первый, и второй? Ну да, наверное. А чё толку-то? Нет, ничего интересного не падает. Ну, просто познакомимся сейчас, поздороваемся, в смысле, еще раз. На наш уровень. Кто там, где? Всё. Ну да. Я сейчас большую Берту тогда сразу снесу.
чтобы он не мешался. Дым вообще Всё. Не дым. Готов. Второй Всё тоже готов. Ага. Кто там? А мелочь какая-то. А гранаты, гранаты. Ой, ну я даже не знаю, есть ли здесь смысл подбирать эту всю фигню. Не, нет. Вообще, ну дешевая. Я просто подобрала, у меня гранатки покончались. И немножко это. Зеленую взяла, продам. Так, чё? Я в этот? Или там прошиблено? А тут уже все прошиблено. Все, бегу. Нам ачивку дали? Какую? А я не знаю. За это, за него. А что это такое? Здесь раньше так-то тоже трясло? Ой, я в воду случайно свалился. Куда свалился? В воду. В этом месте всегда трясло, когда он на подходе. Понятно. Гадкие раки. Сейчас я вам покажу, где раки зимуют. Да уж, в этой игре это приобретает новый смысл. Как туда залезть, к этой морде? Как? В обход. Сейчас все обходить будем. Это ты в кого кинул гранату? А, вижу. Ой-ой-ой, купаюсь. Да, на моем бы уровне меня бы уже убили за такие наглости. Я даже обилкой не пользуюсь своей. Я не знаю, мне на них лень ее пользовать. Мне не лень. Не лень? Не. Ну ладно. Да, я тоже буду пользоваться ей. Нет, ну как бы и та локация меньше уровня, а эта локация еще больше меньше уровня. В смысле еще меньше? Это большой уровень. Или ты имеешь в виду предыдущий вообще? Ну да. Ну зато сейчас быстренько пробежим. Прикол. Хватит меня стрелять. Я уже забыл, что у меня притягивается, когда это... Из инвиза. Прикольно. Чего? Да я забыл, что из инвиза он у меня с прыжком как бы теперь выходит. С ударом. Можно с расстояния сразу бить. Да я тоже много позабыла уже. Сейчас. Не играли тоже. Да я бы не сказал, что прям так много не играли. Не, ну все равно, блин, ты пошел в одну игру, погрузился там в нее полностью. Дайте мне мили, как у Джейка. Вот я говорю, погрузился в нее полностью. Я так не умею переключаться. Я тоже. У меня вообще с переключением на подзадачи плохо. Ой, между задачами. Кто ты? И воду, правильно. Мы тут подружили немножко. Молодцы. Вот они прямо все в шоке. Сундук. С пушками плохими. Сейчас прям возьму и пачкой продам. Ну правильно. Что, на них смотреть что ли? Если
What can I get for you? Оп. В принципе, вот это вообще можно уже бушующий сутяжник продать, похоже. Очень уж он маленький урон. Ну, продать не продать, но я его... У него скорость хорошая. Ну да. Продать, конечно, не продам, в банк положу пока. Может, кому персонажу другому отойдет. Ну, неплохой пистолетик-то. Что там хорошего, большой скорости? Да блин, запрыгивай. Застрял. Ловите. Кто еще? Так. Блин, граната упала. Это моя граната в тебя попала, что ли? Я не знаю, но как-то их со всех сторон... Как они так далеко загрелись? Это... Ну, я, наверное, виноват. А как обычно? Зачем? Не знаю. Они вон все где-то там, черт на куличках, постреливают сюда. Ну я на них наехал так. Резко. Они обиделись на меня. Ну да, ну да. Вот вам, ловите. И еще ловите. А, ты их всех убила. Хватит бегать. Ящик. Где ты там их отстреливаешь? У меня что-то вообще никого нет. О, туалет. Кто меня отстреляет, я что-то... А вот они. А я думал, это ты их отстреливаешь, а так я их отстреливаю. Только они попадают по бочкам, которые я... от которых я не соизволил отойти, а еще стреляют совсем сверху, вон откуда-то... оттуда. Капитан Флинт нас стреляет, между прочим. Да ладно. Я думаю, что такое? Флинт нас стреляет? Да. Как он на нас мог загореться-то? Я не знаю, я поэтому и спрашиваю, что за фигня происходит вообще. Что за фигня, действительно? На этом корабле. А я думаю, что такое прилетает в меня? Гранаты летят. Он там, видишь, наверху нитку строит, там пламя он во все стороны. Круто. Так, ты где, наверху? Да, наверху. Я уже наверху, далеко наверху. Прикол, блин. Ага. Так, кто еще? Кто меня стреляет, блин? Вот и я не могу понять, кто в меня стреляет. Он оттуда. Откуда-то. Так, с этим я разобрался. Где он там орёт-то? Наверху? А вон он. А, вот он ты. Ну всё, ты попал. Он вышел куда-то на перекладину. Тут тоже еще внизу вылезли. Блин, лезут внутри. Ты Флинта, да, стреляешь? Готов? Вон они, лук попадал вниз. Блин, вниз я не пойду. А, все, это уже ушло, понятно. Иди. Где искать-то его?
Да фиг его знает, где его искать. Вон что-то валяется. 20 баксов. А, нет, 2 бакса. Не, просто можешь потом кого мелким синяя пушка. Статы, интересно, у них разнятся или нет? Не знаю. Есть какой-то разброс в статах? Короче, куда-то попадал, а куда хрен знает. Да, ну фиг с ним, чё. Это я говорю, пофиг. Не, нормально, я вообще представить себе не могла, что она оттуда закрыться, она сюда. Ага. Бегаю и понять не могу, что у меня прилетает-то такое? А он по своему обыкновению гранатками меня покидывает такой. Радостный. Гранатками покидывает. Радостный. Тут всех тоже вынес сверху? Ну да. Мы, по-моему, всех вынесли случайно. Так, эта цепочка была вообще очень непонятная. Загрыли сначала одни, которые вообще не должны были загрыться. В итоге еще и Флинт начал стрелять. Флинт вообще не понял, что он там вмешался. Сидел потом все. Да. Но он еще красненький, кстати. Ну да, я вижу. Это, наверное, его свита осталось. Да. А, там, наверное, дверь, которая в кабинете была. И чё? Помнишь, там дверь не открывалась, видимо, там как раз и проход наверх будет. Не, нам пока в другую сторону. Да? Ой, задание выполнено. Ой! Фу, чуть не упал. Уже боги, задание выполнено. Чё, сжёг его? Или он сам сжёг? Нет, сжёг? Это другое, это старое, это просто не открывал, видимо, давно. Mm. А, точно, это же ожога надо было убить. Ну да, да, да. Я тут случайно просто пистолет взяла в руку. Не надо. Долго её удерживаю. Так. Мой персонаж такие страшные, типа эти всякие рассказывают. Смерть нашла вас. Мысли, что такое? Ну не знаю. Я чувствую мою силу там. Че бежишь-то? Нам туда. Куда? Вон туда куда-то. А, вон дракон. На голову этого дракона, да. Ха-ха-ха. А мы сюда раньше вообще не заходили, хочу заметить. А тут здесь было загорожено. Да? Да. Видела, что она сказала, да? Нет. Знаешь, если ребята просто так сжигают друг друга, то может нам и не стоит ни о чем беспокоиться. Пусть сжигают и дальше друг друга. Раз им так нравится. А, это ты меня поджимаешь сзади. Я такой хоп-хоп, а назад пройти не могу. Подвесить спичку. Вот псих. Так, где консоль? Вот она. Ну ехай, прощай, спичка. Какое у игры какое ограничение возрастное? С ума сойти, говорит. Чё? Я говорю, у этой игры какое возрастное ограничение? Не знаю. Ой, ладно, надо как-то портнуться отсюда. Давай спрыгнем прямо отсюда откуда. Давай. Отсюда, например, получится. Может быть, до Флинта добежим до кораблика там. Внутри, наверное. Ой, я застрял. Стоит. А, открыто нам его. Там нет. Открыто. Да, можно здесь прыгнуть. Сейчас прыгнем. Бринком, да. Ну давай, давай. Ничего интересного. Вообще ничего. Ладно. Ой, у него тут шпандорин человек.
Я думала, вот сюда, вот эту дверь. А, видишь, другой, другой совсем. Какой? Что ты делаешь? А, вон дверь, видишь, лесенка. А, в эту? Понятно. О, бежали, бежали. Оп. Ой-ой-ой. Так, прям, я не хочу так сразу. Чё, повторим наш прошлый опыт? Обойдёшься. Ты меня так уже один раз развёл. Ладно, я полетел. Вау. Хорошо, что здесь разбудил меня. Прям лови. Да. Ну, давай попробуем. Давай. Что-то ты куда-то не долетела. Что-то ты не допрыгнул. Как я тебя на здание должен был ловить там? Да, на здание забежать. Ну да. Я тебе чё? Ты крутой. Да? Ну ладно. Сейчас попробую на здание забежать. Слушай, там подлодка какая-то. Да. Да, вижу. А, нет, это не подлодка, это здание какое-то. Да? А мне казалось, что подлодка. Сюда никак не пройти, по крайней мере, отсюда. Ну, можно успеть попробовать. В смысле успеть? Ну, добежать. Так. Щит большой, да, в общем, все выдержит. Не, если прыгать, то в принципе. Ты сейчас можешь? Я как расплющит. Ты постоять можешь? Не могу. Тогда сюда. О. Прикольно. И зачем я сюда, интересно, бегу? Я знаю, что посмотрим. Я тебя подожду здесь. Хоть подожду потом там. Хотя, почти. Ладно, успею, я думаю. Держись. Вспоминаю это. Вове. В этом. Палате так скакать надо было. Помнишь, обход был. А, муляж. Я умру. Давай, скакай обратно до этой. Ау. Слева, подождать. Умер. Бегу. А, это получится. Ну да. Я думаю, ты можешь бежать, в принципе, к этой, к телепорту. Подожди только. Сейчас у нас все. Все. В смысле, щит и здоровье. Что за фигня? Я думал, там какая-то прикольная секретная область, где мне сейчас плюшки всякие дадут, там ириди 20 штук. Такой глазастый и смекалистый. Ну да. Развели вообще. Такое ощущение, что он прям кайф ловит, когда я прыгаю по этой воде. Ледяной. Звуки такие издает. Все, я добежал. Так неинтересно. Где у нас здесь порт? Только там, на главной базе? Ну, вроде. Далеко. Бежать там. Ой, куда-то я не побежал. Все нормально. Ой, что-то не так. Ты там к друзьям пошла? Давно не виделись. Ага. Что такое? Почему я тебя со снайперкой бегу? А, это она просто торчит на спине. Ну да, это она на спине. А я что, быстрее бегаю? Не знаю. Вполне, может быть. Ладно. Что закупил? Так, что-то продать. Остальное пусть лежит. Так, ну что, выщели. А, ты не готова? Готова. Сейчас дойдем, дадимся тогда, и там уже можно будет это прерваться, разгрузиться. Угу. Перегруппироваться. Очень важно. Кофе сделать. Да, очень важно перегруппироваться. Но это самое важное, мое любимое занятие — перегруппироваться. Что он сейчас скажет, интересно? Ну что? Снайперку дает. Спичка обрел счастье и вечный покой в теплых объятиях огненного ястреба. Ну или же он в аду. Thank you, Torch. We shall join Matchstick soon. Турозный. The kindling approaches. The what now? Так, близится день последнего костра, что бы это ни значило. It is time for the enkindling, young Torch. Time to sacrifice heathens to our blazing mother. Понял, что ли? Поджечь. Чучело. Чучело. Три штуки. А где они? Это рядом. Ну давай подождем, раз уж тут. Давай под... вот этих, что ли? Да. Он далеко. Сейчас, погоди, где моя снайперка? Не по ним надо разве стрелять? Наверное, нет, еще дальше. Где-то вообще ну вон да, там. Другой какой-то. Ну,
А, вон он, слушай. Если дострельнешь. So well, о, поджег еще, поджег еще один. А вот еще один, наверное, уже не дострельнем отсюда. Ну, кстати, мы тут всех убили, они порезались тут, интересно. А вон, я его уже вижу, сейчас подожгу. Где? Все. Что-то мне все не нравится. Head to this enkindling thing. If things get creepy, I'll make an appearance. Be careful. Давай в следующей серии пойдем. Давай. Ой, а где он? Ушел туда. Блин. Ладно. Все. Тогда всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.